Я почему-то подумала, что на кладбище очень много машин здесь будет. Вот. И побоялась, что очень грязно на дорогах. Думаю, блин, у меня машина низкая, я у себя-то как бы по дачам еле проезжаю, если честно, на второй передачке, блин, пыхчит у меня дружочек. Думаю, блин, если здесь такая же тетя еще застрять, то вообще как бы такое себе удовольствие. Поэтому, думаю, пофиг, оставила машину на дороге там, на площадочке, пошла пешком. Ну, знаете, кстати, относительно чисто даже. И, ну, нормально на кладбище, на дорогах, на центральных, вообще нормально как бы. Я удивлена даже, это приятно, что действительно можно пройти, потому что очень много людей идут пешком. Вот. Люди здесь. Вот так. Гоню людей. Это люди же не социализированы у нас, пожилые, поэтому смотрят на меня странно, почему я разговариваю с телефоном.